Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. С праздником поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Сегодняшний день, много лет назад, мы видим исполнение, особое исполнение промысла Божьего о нас, всех и тогда, и ныне живущих. Человек, добровольно подпавший под действие греха, начинает Божьим промыслом избавляться. Господь своим последующим рождением ему дает духовный, скажем, современным языком, допинг, из-за которого он, даже если по силам человеческим, а мы все по своим силам человеческим, не способны восхитить Царство Небесное, но силами Божьими и с Божьей милостью мы все не просто способны, мы все должны, все истинные православные христиане должны восхитить и взойти в Царство Небесное и вечный покой. Сегодня мы видим, как маленькая, трехлетняя девочка по имени Мариам, будущая Богородица, приводится в храм Божий своими родителями. Родителей сопровождают друзья и живущие при храме девственницы, которые себя отдали, или их родители посвятили на служение Богу. Это такой прообраз нынешнего монашества. При храме было около храма много домов, много пристроек, в которых жили вот эти вот люди, которые или сами себя посвящали на служение Богу, или как вот Богородицу, да? Мы видим, что родители ее молятся, и Господь не посещает их чадородие, у них нету детей, Яким и Анна. И тут они в молитвах начинают просить: «Господи, если Ты нам дашь ребенка, мы этого ребенка посвятим на служение Тебе, Богу». И время исполнения считалось от 3 лет. И вот ее в самом первом рубеже исполнения этого приводят, и она осмысленно принимает эти шаги. И шаги не просто духовные, образные, но и шаги прямые. Вхождение в храм Ветхозаветный было раньше как? На крыльцо, как на порог. Подводили к храму Ветхозаветному перед святилищем и читали молитвы, священник читал, в которых говорилось о посвящении этого человека. Вот, Господи, этот человек, обрученный к Тебе, приходит и посвящает себя всего на служение Тебе. И тут она, маленькая девочка, никем не поддерживаемая, восходит по ступеням. А ступени не такие вот маленькие, а достаточно крупные. 15 ступеней. Она их преодолевает с успехом, чем повергает в изумление находящихся там людей. И что по научению Святого Духа священник вводит ее в святая святых. Туда не то, что мужчины, не говоря уже про женщин, ветхозаветным, туда сам священник входил раз в год, чтобы принести жертву за себя и за людей. Один раз в год, жертвенной кровью. И тут она, по научению Святого Духа, сподобляется того, чтобы ввестись и тем самым показать явственное обручение своему жениху небесному и Богу. Сегодня также Всемирный день объятий. Все мы празднуем. И так символично и красиво, что этот светский и наш духовный праздник соединяются, в котором Господь
всех нас от Богородицы приемлет и обнимает. А Божья Матерь нас всегда обнимает своими молитвами по своим покровам небесным. И как настоящая, самая настоящая Матерь заботится о всех нас, о чем мы слышали в сегодняшней молитве. Будем всегда в радости пребывать во Христе Иисусе, друг друга целуя и обнимая, чем даря радость истинного Христова воскресения. Потому что, как мы поем на Пасху, да, веселыми ногами, то есть не просто идя в храм, а мы должны в храм бежать, ликуя веселыми ногами. И что делать? Лобызающие друг друга, то есть целуя друг друга и обнимая с радостью, будем дарить радостную весть Христову. С сегодняшнего дня даже немножко меняется богослужение. Вот вчера вечером, сегодняшний день начинается, с этого дня начинаются петься канон с ирмосами, посвященными Рождеству Христову, и он заканчивается петься только уже по отдании Рождества Христова. Будем всем восходить в радость рожденного Богом младенца, принося с собой не материальные дары, но дары духовные, добродетели прежде всего и любви к ближнему во Христе Иисусе. Ангела-хранителя на предстоящий день и седмицу. С праздником вас! Спасибо, Господи!